Давай, иди ко мне. Воблер тебя ждет. Может быть, я другой клешней его возьму? Привет, дорогие мои друзья. С вами Воблер и добро пожаловать на канал. Я родился крабиком. Маленьким таким, прикольным. Рос себе в море. Но потом я попал на радиоактивные отходы. Сожрал пару бочек и превратился в супер-мега-краба. И теперь мне надо побольше еды. Я решил выйти на берег и посмотреть, что же здесь за тараканы такие живут. А, это какие-то люди. У меня есть еще рентгеновское зрение. Или это тепловизор какой-то. Я не знаю, что это, но я могу еще так вот смотреть. Вот разные людишки. Я огромный краб-воблер. Я всех сожру. Бро, успей подписаться на канал Воблер, если ты не хочешь, чтобы тебя сожрал краб. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что ты поставил лайк. Тут уже плывет какой-то корабль. Военный корабль хочет уничтожить меня. Я просто суперский. У меня реально крутая броня. Сейчас попробуем, ребята, развалить этот корабль. Но! Пошел на дно. Следующий корабль. Иди сюда. Как ты тут вообще плывешь? Это же мелководье. Но! Развалил корабль. Я суперкраб. Давай сейчас уничтожим этот город. Все рушим здесь. Причал. Привет. Такси убегает. Всех валим. Ребята, насколько я громадный, вы посмотрите. Краб больше, чем здание. Не хотел бы я в реальной жизни встретить такого краба. Хотя, возможно, он был бы вкусный. Так, что там летает? Авиация! Ничего себе! Меня жизнь к такому не готовила! Я думал, только с мелкими буду воевать людьми, а тут самолеты. Вот, ребята, какой-то броневичок. Броневик, ты посмотри, какой я. Я попой развернулся. Меня убили? Оказывается, что меня можно убить. Начиная все с самого начала. У меня 102 жизни. Health. Это мои жизни, да, наверное? Надо, значит, потихонечку действовать. Может быть, нападать, отходить, хилиться. У меня с правой стороны внизу что-то находится. Так, это что за корабль? Пассажирский? Что-то плывет, ну давайте уничтожим это. На! Завалил корабль, я всех потоплю здесь. Можно попробовать сначала завалить корабли, ребята. Пошли вперед. Реально, я краб огромный. Ну тут должна быть достойная глубина, чтобы спрятать меня. А что тут вообще на берегу? Какие-то коробки лежат. Ну давай попробуем. Может быть, я их съем и стану еще больше? Или здесь клад зарыт? Непонятные коробки какие-то, контейнера. Ладно, я их вырубил. Деревья покосил. Деревья как будто трава для меня. Вперед! Ну, скорость, конечно, у меня небольшая. Короче, мой план уничтожить вообще весь остров, да? У меня 110 хп. Надо следить за здоровьем. Ай, по мне стреляют! Это броневик какой-то. Но самое опасное, наверное, это все-таки авиация. Давай попробую я потихонечку нападать и всех вырубать. Корабль. Вот попробую корабль вырубить. По мне стреляют. Промазывают. А, днище. Между ногами пролетело. Так, в другую сторону виляем. А, там еще БТРчик. Блин, они наносят мне урон. Давай корабль завалю. Но! Минус корабль. Отхожу, ребята, обратно, назад. Мне надо отхилиться. Залезать свои раны. Как говорится. И подумать, что надо дальше атаковать. Я вижу военная база. Можно ее атаковать. Тут какой-то броневик был. Даже два броневика. Красное здание. Может, надо было красное здание только рушить? Я не знаю, ребята. Я просто иду вперед. Я не могу ни стрелять, ничего. Или могу? Но! Давай вот этот броневик завалим. А ну иди сюда, мелкий титанчик. БТРчик. А, тут два БТРа. Быстро, быстро. Но! Я не знаю, что с ним сделал. Сожрал, наверное. Ну, пока тишина, ребята. Нет никакой авиации, ничего. Можно тут порушить немножко здание. А, если я здание рушу, возможно, прилетает авиация. Вот, два самолета сверху. Куда мне спрятаться?
Попытаюсь, ребята, в воду залезть. Воу! Самолеты жесткие, но они не бомбят, они чисто стреляют. Вот такое, вызвали пару самолетиков. Вот, надо корабль еще вырубить. Два корабля! Не хочу я проигрывать, блин. Не хочу все заново. Короче, надо уничтожить в любом случае этот корабль. А что это, с правой стороны танк? Или мне показалось? Там танк, ребята! Блин, меня сейчас убьют. Короче, иду прямо на корабль. 50 хп, 49. Снова 50. Иди, кораблик. Ням-ням-ням. Завалил. Да, я всех сожру. Я супер-крабуня. Ну, там танк. 36 хп, ребята. Надо подождать. Восстановить здоровье свое. Есть какие-то красные здания. Наверное, их надо уничтожить. На меня плывет корабль. Сначала надо обезвредить корабль, но там танк. Воу. Попал. Промазал. Отхожу. Ну иди сюда, кораблик ты мой. Сейчас я тебя сожру. Привет, как дела? Вот так вот, ребята. Надо красивый скрин сделать возле корабля. Так он сам врезался. Я ничего не делал. Короче, здесь танк. На меня смотрит. Давай его завалим. Танчик, привет, как дела? Абрамс. На. Я его завалил или нет? Короче, да, вроде бы башня отлетела. Так, что мне надо еще уничтожить? Вон церковь какая-то. И вот здание. Ну что, поехали здание рушить? Это школа старая или склад какой-то? Главное, чтобы ребята не прилетели эти самолеты. Потому что я их побаиваюсь. Сверху какая-то машина. А вот. Вау! Ракета! Ничего себе! Смотри, джип, он еще и быстро, его не догнать. Вау, 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 там все охраняется. 41 хп у меня. Отхожу, ребята, здесь глубина. Капец, они дикие. Это здание хорошо охраняется, его не так просто будет уничтожить. Наверное, надо ждать, пока у меня восстановится 100% хп, потом только лезть. Потому что я вижу там БТРчики. Внизу, ребята, с левой стороны написано, что нам надо уничтожить. Капитолий одна штука, Фактори три штуки, но мы одну убили. И Фишинг Ботс тоже пять штук, мы одну уничтожили. То есть, получается, вот включаем такой вот тепловизор у нас. Или что-то за меню. И показано, что надо убить. Там корабли рыбацкие надо. Давай сначала сюда зайдем. Я не буду ничего гоняться, не буду с машинами воевать, я просто вот сейчас уничтожу. Там еще и танк ездит. Все, отхожу сразу, ребята. Да, задание выполнено. Капитолий убил. Рыбацкие кораблики надо. Вот мы включаем такое зрение, которое показывает. С правой стороны рыбацкий корабль, один там еще идет. Но здесь идти не вариант, потому что танк с одной стороны, другой танк с правой. Не хочу, в принципе, лезть. Так, ну вот рыбацкий корабль вдалеке. Можно, в принципе, его завалить. Потом возле берега еще там один корабль стоит. Надо будет еще за этими рыбацкими кораблями погоняться. Вот такая вот у нас задача. Я не знал, что у краб тоже ходит на работу. Кто ему деньги платит? Крабуня, ты че? Надо еще догнать. Он медленно движется. Нет у него какого-то супер ускорения. Корабль прям идет на меня. Рыбацкий корабль. Вы представляете, ребята? Вот это да. Ну, дружище. Сам в меня врежешься или ты попробуешь все-таки как-то меня обойти? Вот он, ребята, едет. Смотрите. Корабль. Прям на меня, что ли? Че происходит? Кораблик, ты че? Остановись. Ты будешь съеден. Офигеть, я же супер краб. Все, ребята. Он сам врезался. Два корабля из пяти. Так, что тут еще? А вот какая-то фабрика. Попробуем просто пойти напрямую. Подумаешь, несколько домов сломаем. Мне-то все равно. Люди постоянно бросают мусор в океаны и в моря. Я буду мстить, я бешеный краб. Бэп-бэп. Смотрите, ребята, я ползу, всех уничтожаю. Мне достаточно просто пройтись. Мне даже не надо использовать как-то свои клешни. Я под свои весы могу все раздавить. Вот еще корабль стоит в доках. Куда вообще машина поехала? Она что, прям в водичку? Таксист куда-то завез. Это рыбак какой-то. Хотел рыбу половить такой. Я тут супер краб. Вот еще корабль. Привет, пацаны. Как у вас дела?
Хотите суперулов? Они такие, ну не знаю. А-а-а-а-а. Вот это я. Огромный краб. Вот это улов. Давай, краб будет рушить. Дальше что у нас? Подожди, мне показалось, что корабль плывет по суше. Он там плывет, на той стороне. А есть еще военные корабли. А вот здание какое-то. Я уничтожаю рыболовные суда, а также заводы по производству рыбы. Правильно, они всю рыбу выловят, мне не будет что кушать. Там кораблик плывет. Там где-то далеко кораблик. Короче, пойду вот так вот. Вертолет? Это что за прикол? Откуда вертушка? Она меня будет постоянно преследовать? Я в шоке. Попробую пока что никакие здания не рушить, чтобы не накликать на себя авиацию. Вот рыболовное судно. Привет, людишки. Бегите. Ну, кто-то убегает, кто-то тупо стоит. Военный корабль прикрывает рыболовный корабль. Ребята, это была подстава. Я взял один и хаваю. Ням-ням-ням. Смотри, какой я вкусный. Офигеть. Ну все, иди сюда. И что мне с ним делать? Унести его куда-то? Ну давайте я буду просто с ним ходить. Ха-ха-ха! Это моя новая игрушка! Вообще огонь! У краба есть своя игрушка. Подожди, где еще корабль? Там один плавает. Надо догнать корабль, все будет топчик. Вот танк, ай-яй! Он пока что меня не видит. Там танкист какой-то слепой чувак. Он меня увидел! Быстро сваливаем! У меня всего лишь 44 хп. Меньше половины. Так, корабль должен, в принципе, сам ко мне приплыть, судя по его траектории. Но это будет долго, потому я иду ему навстречу. А что это у них за лица такие? А, вот каменные лица стоят, смотрите. Даже есть такие вот. Колесо обозрения и БТРчик. Ну я круто смотрюсь, ребята, с этим кораблем, вы посмотрите. Это моя новая игрушка, мне... Теперь будет не скучно с ней играться. Я представляю, что там внутри корабля происходит. Там люди вообще в шоке. Так тут БТРчик. Я хочу это колесо обозрения сломать. Ну чё, как дела? Тыщ. Все буду рушить. А почему здания не рушатся? Отходим. Я застрял, а такое возможно? Я думал, тут все здания ломаются. Короче, отходим, ребят. Нет, я застрял, блин. Сейчас авиация прилетит, меня уничтожит. Где там корабль был? Вон он. Почему эти здания не ломаются? Я не знаю. Суперпрочный фундамент. Мне кажется, что краб мог бы такое здание завалить в легкую. Вот, еще одна игрушка плывет на меня. Иди ко мне. Мой хороший кораблик. Люди, спасайтесь. Вы будете без работы. Вот он. Плывет на меня. Плывет корабль. А я суперкраб. Давай, иди ко мне. Воблер тебя ждет. Может быть, я другой клешней его возьму, ребята. Еще он просто врезался и все. Да, next level. А что это за здание такое? Получено новое достижение какое-то. Что-то получено, что-то нам говорят. Новая карта, новый уровень. Ребята, если вам игра понравилась, то мы продолжим уже в следующем ролике. А с тобой был Воблер, оставайся на канале. Смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока.